Привет, друзья! Сегодня у нас 2 августа 2021 года. Снимаю кустик кондора, который я вот здесь вот, на вот в этой ветке делал воздушный отводок, показывал. Ну, тот, кто смотрит мои видео, узнаваемый кустик. Говорил, что кустик не укрывной, что нужно страховочные лозы. Ну вот, как говорится, все обошлось этой зимой, но не очень-то хорошо все. Часть древесины подмерзла. Вот посмотрите, там макушка вот удалена, одна ветка удалена большая. Ну а так, в общем-то, кустик сохранился. Я опять же не призываю, что не надо, чтобы не укрывали. Вот как раз-таки укрывали. Но такой большой куст, его невозможно укрыть. Вы ж видите. И все скажут, что опять после этой зимы не подмерз. Ну вот, вот, как говорится, 20 градусов мороза кондор перенес. Ну как сказать, бребы не было. Вот я снимал тогда почки бреб, что должна быть бреба. Бребы не было. Все, все, как говорится, отвалилось. Бребы не было. Вот снимаю фиги. Вся плодоносность наверху. Опять же, кустик загустился. С него нужно вот это делать, воздушные отводки. Поэтому сейчас еще мне некогда здесь их делать. Вот. Все вот это побеги для воздушных отводков остались. Потому что ценный такие, очень ценный этот инжир. Я считаю, что... Вот. Сейчас потихонечку, чтобы узнаваемый был, проведу, пройду. Основания покажу, какие побеги. Ветки, вернее, толстые. Вот. Кустик, кто смотрел раньше, он узнает этот кустик. Вот опять же подошел к месту, где делал воздушный отводок. Вот здесь я показывал. И продолжаю съемочку дальше. Получается, что фигушки есть вот наверху. Ну, чтобы было видно хорошо, я сейчас залезу на лестницу и вам покажу сейчас. Ну, вот сейчас сюда. Кручусь я вокруг кондора своего. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я съемку делаю. Это, ну, здесь вот, ну, говорю, что подмерз, да? Подмерз. Зимой же был, же говорил, что не подмерз, а сейчас, что... Ну, весной не был подмерзший. Ну, уже вот часть веток выпилена, я смотрю, да, чуть-чуть. Да, да. Вот такая вот плодоносность у него. Вот такая вот... Ну, в общем, если кто, да, кто-то скажет, что это браун турки, нет, это крупнее, чем браун турки. Жаль, что нет этих, нет, это бреб, бреб нет, это уже фиги. Вот я залез сюда, и вот уже, конечно, для чего я залез, чтобы было видно плодоносность. Вот смотрите, какая плодоносность у этого инжира. Вот тут получается, что все сохранилось. Вот такая должна быть урожайность на нем. Против солнца тоже не буду снимать, потому что я ничего не сниму. Вот так вот сюда. Потом вот здесь хорошо видно. Здесь хорошо видно. Выбрался сегодня, наконец, я, чтобы снять этот инжир. Потому что выходной сегодня взял себе. И вспомнил, что нужно сделать видео. Поэтому инжиру. Думаю, это время немного не займет, но подписчикам моим будет приятно, что я о них помню. И при первой же возможности снял свой вот этот, можно сказать, любимый кондор. Или кондор, какая разница. Но главное, что это условное название, потому что это на браун-турке он не смахивает. Ну, может, какой-то крупный браун-турке. А там поспеет. Будем смотреть вместе уже, что это такое. Так что вот так вот внутри там тоже плодоносность видно. Вот на той дальней веточке. Но самое главное, что он выжил после зимы. Вот это, наверное, самое главное, что я хотел сказать. Хотя часть веток пришлось удалить. Так что все равно укрывайте свой инжир, не рискуйте им.
Но так как куст большой, его невозможно укрыть. Ну что, всем до свидания, всем пока. Вот это вот, смотрите, еще какая вот длинная высокая веточка. И на ней будут плоды. Ну, конечно, уже в сентябре. А если бы не было мороза зимой, 20 градусов, то уже плоды бы были бы сейчас. Всем до свидания, всем пока.